Ниже, на самом деле. Надо? Давай. Да, да, я включаю. Хорошо, Владош! Здорово! Ваня Фортуна наш! Привет! Вот, и что, типа, вместо этого просто появились новые обязанности, типа, ну, из-за них, получается. То есть, вот это, типа, эти нюансы меня смущают. Ну, типа, окей. Ну, на это просто есть соответствующий ряд. Моя. Да, вот таким вот отторжением. Ну, я тебя не отговаривать, не осуждать не собираюсь, поэтому, типа, это просто окей, все. Ты спросил, как можно? Лево, лево, лево. Все. Все прощение. Шире, шире! Право! Направо, один. Ну тоже 24. Да, да. И как он в этом женатом состоянии? Типа, что поменялось? Ну, характер вряд ли. Это, у него же, в принципе, давно уже такое относительное состояние, как. Ну, говорит, что там, конечно, этот, жизнь немножко меняется. Вот. Но по факту оно уже так было и раньше. Теперь как украинский рэпер, типа его теперь жена пилит. Да хрен его знает, я в это не вникаю, честно. Ну, в Санкт-Петербурге распилили рэпера, который участвовал в Versus Battle. Жена его распилила по частям. Пузиков не жаловался Андрею, значит, сам. А то Пузиков жаловался? Ну, не Пузиков. Я думал, что это с команд. Не. Не? Не Пузиков, лучше не Пузиков занимается монтажом. А кто? Не знаю. И Андрей сказал Пузиков, он говорит, сейчас не Пузиков. Странно, я думал, что Пузиков. Да, я тоже. Я еще удивлялся, как Пузиков типа делом не занимается. Нужно достаточно шарящий, типа, зачем он это? Ну, я думаю, что он особо не парится в этом, что он этот, надрочился, так сказать. Этот... Поделал себе какие-то заготовки, которые с годами научился делать, и все. Этот... Ну, может быть, но все равно он этого не стоит. Я ж помню прайс, типа, за видео. Он же шарит. Зачем? Не, ну у Пузикова аж была еще какая-то зарплата за то, что он типа этот... То, что он глава этих монтажеров. Ну и в принципе, даже когда он стал один работать, она у него оставалась. Он сам себе глава. Блять, я больше не буду. Да? Я думал, за полем уже взял. Что? Ну да. А где был бой? А, двухлив. А двухлив. С твоей стороны нет был бэф? Один есть. Два у тебя их. Вон один, а он сидит в красной футболке. Это...
раньше у нас был бой, понял, как, типа, как ФСБшники какие-то, понял, типа, в гражданском, которые ходят, СБУшники. Кстати, ты видел закон в России новый приняли? Какой? Который запрещает СМИ публиковать любую информацию об ФСБ без разрешения ФСБ. Ну, то есть, чтобы, как написано, чтобы не испортить репутацию ведомства. Ты понимаешь, да? Мне кажется, что никто, кроме ФСБ, не может испортить репутацию ФСБ. Но теперь, значит, но это демократия. Это... Демократия — это равенство твоих голосов, понимаешь? Либерализм в чистом виде. Вот. Либеральная тусовочка, конечно. Да, да, да. Либеральная вечеринка с бассейна. С элементами. Бассейн. Демократия с элементами этого. Бассейна. С элементами стопроцентного либерализма в самом чистом виде. Сейчас, чувак, я найду эту штуку. Лево! Центр еще! Ты меня еще барыгу чекал. С сервером прервалось, типа, два дня назад, короче. Как только ты отошел через минуту. Это же роутер в клубе. А, да, когда он уже стоял, да, на барыге? В клубе сделал. Мне обидно было, кстати, недавно я типа поставил барыгу на ногу. Ставлю, короче, ноут, поставил барыгу, там сейчас немного товара, потому что я недавно распродался, так крупненько уже. Ну, короче, ну, тем более у меня же там всего лярд был. Короче. Да, не старайся давать. Этот. Прикинул по привычке ноут в сон, чувак. Как раз во время того, как он стоял. Да, да, да. Но он благополучно уснул, да? Вместе с... И как бы я не стучал по клавиатуре, не пытался его разбудить, он все равно такой связь с сервером прервался, такой... Не, ну ладно, там сейчас конкуренции мало. Ой, хорош! Хорош, Тёма, хорош! Конкуренции нет? Ну, не особо. Не, она есть. Монополист, так сказать, да? Да не, монополистом я был на лиге. Я там единственный был, кто этим занимался. Отчего я профитнулся никогда. Как ты заработал первый миллион, да? Не, я так точно не планирую зарабатывать первый миллион. Короче, схемка «барыга спит, деньги идут» не сработала, да? Ну, кажется, она изначально позиционировалась как нерабочая. Ну, ты, короче, невольно, так сказать, проверил гипотезу. И доказал, что все-таки оно не работает, увы. А было бы круто, да? Если бы компьютер снял. Перон, вот. Этот. Перон Хуан Доминго. Ты уже, да, этот Team Viewer запустил себе? Да, да, да. На тебя смотрю. Вот, вот этот чувак, который был типа диктатором в Аргентине. Перон, точно. Диктатором коммунистическим? Нет. Это тот, при котором процветала страна? Да, да, да. Чувак, ну, если так по-хорошему говорится, диктатор, при котором действительно процветала страна, это... Ну, может, Цезарь какой-то там. Да, нет, Цезарь тоже. Вел Рим
когда Кобланы звали. Ну, в Римской империи это же все равно была самая большая в истории, наверное. Чувак, она не заметила, как ты успалась, конечно. У нее, наверное, какой-то определенный промежуток времени, короткий достаточно, думаю. Было огромнейшее владение. Ну, это самое большое государство, существующее. Играй, играй, играй! Ну ладно, не вышел, блядь. Там борется, ты его в центре пидешь. Сейчас Северная Африка, Израиль, Аравия, Европа. Включая Британию. Давай, быстрее! Тебе Андрей говорил, что у тебя тут одна игра? Не, серьезно. Это серьезно? Он мне сказал две. Может, это у тебя? Блядь, что не закинул за фланг? Ну да, у меня одна, а ты пойдешь весь инвентарь домой понесешь. А где твоя машина? Ты что, ты ее подвезешь, пока вы... Прежде чем... Ну, короче, чтобы мы не катили, ну, не все туда, все вместе. Я говорю, что если у тебя одна игра, то я сам буду все нести. Ну, извини. Я тут не при чем. Я понимаю. Ну, так сказать, можно я тебя подкальну? Можно? Не, давай лучше не. Не, не физически. Да понятное дело, что физически ты не будешь. Морально больнее бы. Вот именно. Нормально. Уверен. Не, ну согласен, если было бы на 16, вот тогда уже можно было бы начинать думать. Видишь, я уже сказал. Смирился с тем, что на 15 минут я уже должен заниматься. Вот как этот, знаю, смирился. Регламент, да, да. Я познал регламент, чувак. Это как в Ираке Иисус в Соус-парке, когда он вышел к террористам. Познайте меня, дети, поймите мою истину и поймите, что достает нож, я забит под завязку. Ну, со стволом там добивать второго. Я за это заряжен под завязку. На самом деле, это один из любимейших моментов в этом соцпарке. Не считая того момента, когда Рэнди... Ты смотрел соцпарк? Ну, я смотрел его мало, но да. Знаю. Рэнди, короче, на Новый год этот, кто-то запретил алкоголь. Если в итоге оказалось, что это Санта, потому что родители типа сбивали... Сбивали типа друг друга, там, короче, ну, нажирались, типа, и на веселе ездили и устраивали аварии, и люди погибали, короче. Ну, из-за алкоголя. И Санта решил запретить алкоголь. Что сделать? Запретить алкоголь. Сухой закон есть. Хорошо. Я просто другое слово послышалось.
короче. И в чем мемец? Он что-то познал во время этого, да? Я забит подвеску. Нет, они, короче, заменили, типа, алкоголь на траву. Вот. Естественно, они тоже начали, типа, разбиваться, короче, ну, такое. Ничего не поменялось, по сути. Ну и сам-то решил, типа, запретить и траву. И сидит этот чувак, который поставщик всей этой травы, у него там ферма своя с коноплей. Он сидит, знаешь, смотрит, такой: Иисус, что мне делать? Дай мне знак. Понял? И тут, короче, на него падает снег. Ну, начал снег идти, он такой: точно. Короче, на следующее утро приезжает, знаешь, под такую хорошую рождественскую музыку. Начинает раздавать всем, типа, коноплю со снегом. Короче. Чё? В итоге оказывается, что это фокус, короче. Я-то хорошо. Ему Иисус подсказал кокс раздавать. Про зиму, кстати, этот прикол тоже. Вчера смотрел видос, ты показывал вчера на дне роста в Инстаграме. Показывается в начале кадр, как кролик белый такой красивый жрет лист конопли. Лист конопли, а потом вот это вот еще такая музычка играет. Какая-то. Добрая, да? Да-да-да, добрая. А потом, короче, типа показывает вот это вот Спанч Боба few minutes later, там, или что-то. И этот. И потом вот этот видос старый еще был, как чувак, типа, как чувак в костюме зайца. Где морковка? Не видел это? Не видел. Берет, типа, и кого-то там лупит, короче, берет. Где морковка? Не видел? Нет, точно, нет? Нет, но звучит отлично. Особенно в твоем исполнении, я жду. Я подарю тебе на следующий день рождения костюм заяц. И даже дам себя ударить. Дай тебя проходить! Ваня, что-то твой. Мне лучше бизе подари. Бизе. Посмаковал. Воздушное, сочное. Воздушное, сочное бизе. Любимый рецепт. Ой-ой-ой-ой. Ничего не понял, но спасибо. Белый. Да я. А, белый, все, я понял. Я думаю, Беус, думаю, а чё? Хорош, кабан! Бросайтесь! Зачем бросаетесь? Я вообще-то не знаю. Не бросайтесь! Ты маму умав? Ты маму умав? Что за питание? А тата мав? Не видел этот мемс? Так а в чем суть вопроса? Цель? От, ну там кот, получить. Типа, маму делает, когда чувак у него сошел, он такой кот, он такой. Как? Мау? Ну, типа, мяукает. Пацаны меня спрашивают, типа, кит, ты маму, мау? Чувак, это сейчас. Понял? Это топ мемес просто у русских, понимаешь? Сейчас даже... Мне кажется, сейчас даже Дудь берет интервью у этого. О, вот так, хорошо. Пускай пошли. Кит, ты маму. Это и он набрал у него больше всего просмотров, да? Конечно. Наряду с этим, с фильмом про Бодрова. С головой Бодрова. Ты устанешь, Женечка, устанешь. Останься там.
Помнишь, как ты холодильник открыл, а там Бодров? Юра в него, Юра! Я помню, как военкомат пришел домой к Бодрову забирать его. Искали, искали, в итоге нашли в холодильнике. Это он был? Это тот же Бодров? Это Бодров. Все, разошли. Правда, это не у меня дома было, но... Просто по флангу. Ну, где-то рядом. Скоро матч заходит. Хорошо. Что, гол был? Ну да, был гол, типа, свистка нет, и я смотрю, что где гол, но они что-то идут, типа, спокойно. А что свисток? Свисток же не обязательно, когда гол забил. Я понимаю, ну типа... Центр, центр! Блин, как будто бы этот вратарь сейчас будет просто наносить, понимаешь, понимаешь, понимаешь? Валера, игрока найди, блядь! Костя, дай! Валера! Вот, блядь, так стоит. Так вот там втроем стоит. Лоб! Вася, подай мяч! Вася! Да не мне, куда ты мне подаешь? Ну то, блин, то домой! Игрокам центр! Какие от солнца вообще-то? Ну, может и жарко, но не хочу, чтобы голову напекло. Потеряли? Не знаю, ты, я так точно. Не, ну я ж как бы в принципе не теряю. Цифры. Подыгрываю тебя, да. Подыгрываю твоему, твоей шуточке. Выспался сегодня? Че ты так смотришь на меня? Это значит нет, да? Я вчера праздновал. Ну так еще. Я тоже вчера праздновал. Ты тоже не выспался? Не, ну часа 4 поспал. Сколько 4? В 3. Ты уже в 3 дома типа был? А не, я ж от сдачи ехал. Саня, ближе. Все, центр, Юра, держи центр. Андрей, тоже ближе к центру. Пусть центр будет вбрасывать. Центр. Не, в... Стал, да, где-то в 7.15 стал, а выехал в 7.30. И... Назад поработали, нас меньше в защите. 8.15 был здесь. Как-то быстро доехал с дачи. Полузащита, Юра один скоро сдохнет там. Андрей, помогай. Андрюша, помогай защите. Ну, предлагайте себя, что вы ходите? Да.
На пол его! Ты только всем собирался ложиться спать, а потом понял, что все-таки на работу надо идти. Сережа, хороший пас, хороший. Сейчас? Я в два люкса. А, что, нормально? Можно выспаться было? Не знаю, я уже так ложусь спать в два и встаю типа в восемь. Не бросайся, их трое! Ну вот, привыкнуть уже. Блин, садись! Все, право раз проиграли, право! Завтра на работу, но... В школу? Иди туда вторую половину. А? Типа не на вторую половину. Не на... На полдень, так сказать. Не на восемь. На 10. Еще уже отпуск заканчивался, или что? Отпуск заканчивался? Там дела. А что там делать? Ну, этот... Во-первых, я с Катей не виделся давненько уже с коллегой. Во-вторых, ей там надо помочь перетащить компы. Ну, там смена класса идет, короче. Надо физическую силу проявить. А как зовут секретаршу директора? Катя. Это она же? Нет. Ты че? Это информатичка, да, Катя? Да. Нет, секретарша, это, конечно, очень здорово, но... Она не в твоем вкусе. Я это сам сказал, да, короче? Ты можешь выводы делать какие угодно, я тебе расскажу сейчас. Когда у нас с тобой матч закончится, я тебе расскажу. Вот, проще говоря, ну да, во-первых, ей, наверное, уже около 35. Было бы странно, если бы она была бы в моем вкусе. Ты же знаешь, у меня абсолютно наоборот работает схема. А да. Типа, действуем от обратного. Ты как этот... Это ж в Коране написано про там 10 девственниц или сотни девственниц. Да. Это за взрыв. Ну как, типа Аллах, видимо, ну не Аллах, а этот, не, на самом деле, типа, в Коране ничего не написано про взрывы. Вообще взрывы, я имею в виду про то, что когда ты умираешь, ты попадаешь в рай, где там сотня девственниц. Так, надо, чтобы ты был, типа, очень правильный. Я вообще не очень понимаю, зачем вам 100 девственниц, но... Ну, это, наверное, по ихнему мнению, самое главное удовольствие в жизни. Когда у тебя там минимум 3 жены, соответственно, ты должен хотя бы там в 33 раза больше иметь в раю. Чем Аллаха дает именно это? Неужели нет типа райских садов? Там, типа, ну... Самое главное, что в православной вере, наверное, такой рай был бы чистым видом греха. Да, да, ты прав, абсолютно. То есть, если там, вот, допустим, в католицизме и в христианстве, во всяких там этих буддизмах, там хотя бы есть какие-то эти сходства в плане грехов и так дальше, то в Коране один из, наверное, главных грехов описан как рай. Ну, на самом деле, Коран это же типа походное от Библии. Ну да, ну да. Пророк Мухаммад типа говорил, что читайте книгу на тот момент. Ну, чтобы ты понял, Корана не было. Единственная книга, которая писалась на тот момент с большой буквы, это, ну, в переводе это уже видно, что с большой буквы написано. Это Библия. Поэтому я хожу. Ну, короче, типа. Ну или хотя там же в принципе не написано, что ты должен делать со сотней девственниц, правильно? Ну, может, они просто как бы. Просто они у тебя будут, но ты с ними ничего сделать не сможешь, да? Ну, они же должны остаться, правильно? Типа.